Привет всем! Сегодня будем с вами готовить торт из мясных блинов. Вкуснейшая закуска из фарша. Эта закуска подойдет для будней и праздников. Мясной торт готовится очень легко и просто. Получается нежное, сочное блюдо. Для этого нам нужен фарш, мука, разрыхлитель, мягкий сыр, соль, специи, растительное масло, яйца, чеснок, шампиньоны, лук и молоко. Приступим. Берем яйца. У меня одно яйцо. Я делаю, как обычно, все из половины компонентов. Добавляю в яйцо специи. Так, здесь паприка, мускат, соль у меня, черный перец. Теперь я добавлю молоко. Перемешаем все. Вот я добавила молоко сюда, фарш, и перемешиваю. Сейчас будем все это погружным блендером взбивать до однородной массы. В муку теперь добавляю разрыхлитель. Немножко перемешать. Мука у меня рассеянная. И добавляем в тесто. Перемешиваем. Добавляем растительное масло. Перемешиваем. Теперь дадим тесту просто 10 минут отдохнуть. Я сейчас накрою его и все. У нас получилась масса чуть гуще, чем на блины. Вот. Сейчас я разогрела сковородку. У меня 20 диаметр. Вот. Смазала растительным маслом. И отправляем туда тесто. Вот я буду разравнивать, потому что, конечно, когда густое тесто, надо, оно само не разойдется. Вот так вот, вот разровняли. И будем жарить каждый блин где-то примерно по 2 минутки с каждой стороны. Огонь у меня средний. Вот из девятки шестерка у меня, я шестерку. Может быть, я сделаю даже чуть меньше, если надо будет. Сейчас я посмотрю. Вот я перевернула блин на другую сторону. Жарим до такой корочки золотистой с каждой стороны. Грибы измельчаем вот так вот на пластинки. А потом соломкой. Вот таким образом. В разогретую сковородку без масла отправим грибы. Когда жидкость испарится, добавим немножко растительного масла, соль и черный перец. И обжарим минут 7-10. Жидкость ушла. Чуть-чуть маслечка. Немножечко соли и немножко черного перца. Все. Жарить будем минут 5-7. Грибы жарю на семерке, чуть выше среднего. Вот у меня здесь мягкий творог. Я сюда бросила чеснок уже. И охлажденные грибы добавляю к творогу. И перемешаем сейчас. Вот так вот. Перемешаем и будем собирать торт наш. Добавляем сюда укроп. Перемешаем сейчас укроп. И крем готов. Теперь будем каждый корж смазывать кремом. Вот как на торт. Каждый блин. Вот так вот. Нормальным слоем, не толстым. Ну и не тонким. Вот так визуально поделите, насколько. У меня получилось 5 блинчиков, потому что у меня половина компонента. Вообще получается 10. Вот так вот. И следующий корж.
Вот. Опять смазываем. Торт я собрала. Сейчас поставим в холодильник ровно на час. Дорогие мои, торт готов наш из мясных блинчиков с вкуснейшей начинкой. Просто объедение, просто объедение. Давайте попробуем. Вот такой торт получился. Торт очень вкусный и нежный. Вот так вот. Если вам понравился рецепт, приготовьте, вы будете довольны. Желаю вам, мои дорогие, всего наилучшего. И долгих лет жизни вам и вашим близким. До встречи!